Работа спасателя ответственна и важна. И в Трум-Сити стоит на страже отдыхающих. А вот Руби, местная русалка, никогда прежде не слышала о спасателях, потому что еще ни одна русалка никогда не тонула. Так любопытная обитательница глубин и попала в весьма интересную историю. Спасая жизнь Нику, она заинтересовала местного преподавателя Академии спасателей Трум-Сити, сдав один из зачетов. Да, Ник на самом деле не тонул, а был целью, которую должна была спасти Оливия. Руби сразу же предложили вступить в ряды спасателей и без вступительных экзаменов принять в академию. Ведь она просто была рождена для этого. А еще, похоже, Ник влюбился в свою спасительницу до беспамятства. Разумеется, это не понравилось Оливии. Мало того, что она получила не зачет, так еще и Ник влюбился не в нее. Так русалка попала в академию и нажила себе врага. А теперь давайте взглянем, чем это все закончится. Итак, Руби поселили в общежитии, и по неаккуратности своей ее очень быстро раскрыла соседка, та самая Оливия. И, получив удобную возможность, тотчас же кинулась за одногруппниками, чтобы все увидели, кем на самом деле является новенькая. Это мог бы быть быстрый финал. Поэтому к тому моменту, как ошарашенные студенты прибыли в комнату, Руби уже сидела, как ни в чем не бывало. А вместо обещанного здоровенного хвоста были две очаровательные ноги. В Академии спасателей не бывает скучных занятий, ведь большинство из них — практика. Сегодня без исключений. Настало время проверить, как хорошо студенты умеют задерживать дыхание. Ведь это умение очень важно для профессиональных спасателей. Главный спасатель Академии, мистер Дилан, решает показать студентам свое мастерство. И он в деле задерживания дыхания настоящий спец. Не всякому дадут кличку Кит. В конце концов, такие навыки не могли не посеять тень сомнения у студентов. Ник даже распереживался. Поговаривают, мистер Дилан как-то успел прочитать «Моби Дика», находясь в бассейне. Возможно, именно из-за этого его и прозвали Китом. Но не будем об этом. Лучше посмотрим, как справятся наши студенты. Первой испытать себя вызвалась Оливия. Ей уж очень хотелось утереть нос Руби. И пока мистер Дилан следил за временем, Ник придумал хитрый план. Он собирался пробыть под водой дольше с помощью шарика, который он предварительно накачал воздухом. Логика была проста. Ник с помощью шарика собирался дышать под водой, тем самым получив наивысший балл в данном зачете. Однако реализация была, мягко говоря, не очень. И хоть поначалу мистер Дилан был поражен длительным погружением студента, его внимание привлекли странные пузыри, то и дело поднимающиеся на поверхность. Именно они выдали обманщика. И вместо желанной оценки Ник получил двойку. Ведь в реальной ситуации такое поведение могло стоить жизни как Нику, так и человеку, которого он спасал бы. Прежде чем студенты станут выпускниками, они должны выучить основы первой помощи. И в этом студентам поможет мистер Манекен, этот милый пластиковый парень. Студентам важно следить за действиями мистера Дилана как можно внимательнее, ведь после демонстрации их ждет проверка. Первым кандидатом стал Ник, которому больше всего понравился прием с искусственным дыханием. Правда, запах изо рта у этого парня просто отвратительный. Настолько, что манекен ожил, буквально. Ник получил за этот зачет оценку «отлично» и тюбик зубной пасты. Бесчисленные занятия не помеха для студентов хорошенько отдыхать. И, пользуясь случаем, Руби решается не быть исключением. Пока студенты отвлечены своими делами, наша русалка решается хорошенько позагорать. И да, может это показаться вам удивительным, но русалки тоже любят загорать. Сейчас мы откроем вам небольшой секрет. Подобно человеческой коже, чешуя русалок тоже поддается воздействию солнечных лучей. И подобно человеческой коже, если быть неаккуратным, чешуя может обгореть. Обычно чешуйки меняют цвет на пару тонов, но Руби явно обгорела. Ее чешуя даже стала розовой. В следующий раз ей стоит быть повнимательнее и не забывать про солнцезащитный крем, который ей как раз принес Ник. Не зря ведь люди его придумали. Здорово, что Ник не заметил трансформацию. И даже если и заметил, то ничего не понял. Следующим занятием стала практика по спасению уже знакомого нам мистера Манекена, который вновь с радостью предложил свои услуги юным спасателям. Это занятие стало отличным поводом для Оливии показать, что она несправедливо получила двойку на предыдущем зачете. Том самом, во время которого Руби получила место в Академии. И надо признать, Оливия отлично справилась, заслуженно получив «отлично».
Вторым же испытать свои способности выпала возможность для Ника, который, оказавшись в бассейне, кажется, забыл, как плавать. Вечно этот парень нервничает, а нервничая творит всякую ерунду. К счастью, старый добрый мистер Манекен спас горе-спасателя. Не зря фото мистера Манекена украшает доску почета уже третий год подряд. Он оказался не только продуктивным сотрудником, но и верным другом Академии спасателей Трум-Сити. Без сомнений, и в этом году его фото окажется на доске почета. Сон на улице укрепляет боевой дух студентов и способствует здоровому сну. Хотя это не очень применимо для русалок. При первой же возможности Руби покидает своих одногруппников и спешит к своему весьма необычному спальному мешку. Ведь ей куда комфортнее будет выспаться в аквариуме, наполненном чистой океанической водой. Чей сон с натяжкой назовешь комфортным? Так это сон Ника. Перед сном он забыл попить, и его организм отправился на поиски воды. Организм Ника был не особо разборчив. Ведомый жаждой, он взял первый попавшийся стакан и отправился к первому попавшемуся водоему. И жадно выпил стакан соленой воды. И это наверняка было просто ужасно. Сегодня мистер Дилан придумал очередное состязание для своих студентов. Суть состязания проста. Лучшим на сегодня станет тот, кто первым переплывет бассейн. За состязанием мистер Дилан будет наблюдать лично. Но все, что в свой воображаемый бинокль ему удалось разглядеть, это океан, лучше фото океана, которое держала в руках Руби. Кстати, в этом состязании она оказалась ожидаемо лучшей. Пока Оливия и Ник плыли, она успела сбегать за фотографией, за что, разумеется, получила оценку «отлично». В один из дней мистер Дилан объявил о новом нормативе «прыжках в воду». Не дослушав до конца, Оливия решила, что это идеальный момент, чтобы раскрыть истинную сущность Руби. Но Оливии стоило бы повнимательнее слушать мистера Дилана, ведь для прыжков в воду было не время. Перед началом занятий он упоминал о предварительном инструктаже. Мало того, что план Оливии накрылся, так она еще и схлопотала очередную двойку. Оливия все выжидала, когда подвернется новая возможность разоблачить Руби. И вот ей выпала отличная возможность. Вечером, думая, что все уже отдыхают, Руби решила отдохнуть в бассейне. Оливия поняла, что лучшей возможности уже может и не быть. Поэтому кинулась за коллегами. Но те не расслышали, что бормотала Оливия. А ее нелепые движения и вовсе восприняли за танец. Лучшим, что пришло в голову одной из студенток, стала запись видео для TikTok. Эти движения имели все шансы стать трендом. Провалив все предыдущие возможности, Оливия решила взять инициативу по рассекречиванию русалки в свои руки. Увидев спящую Руби, она решила подмочить ей репутацию. План был действительно зловещим. Русалка была поймана за хвост. Но Оливия и догадываться не могла, что некоторые русалки, подобно хамелеонам, могут заставлять свой хвост сливаться с предметами. Все, что предстало перед взором Ника, в итоге стал гигантский поп-ит вычурной формы. Многим бы показался весьма странным рацион русалки. Вся диета, построенная на водорослях. Однако мало ли к какому движению мог принадлежать в наше время человек, питающийся исключительно водорослями, верно? Оливия зря попробовала лакомство Руби. Ведь русалочьи водоросли обладали волшебным свойством. Попробовав их, Оливия немного трансформировалась, превратившись в странное чудище. Наполовину человека и наполовину акулу. Весьма прожорливую акулу. Дела были плохи.
И если бы Руби вовремя не поняла, что к чему, несчастного Ника наверняка бы слопали. Однако спасение Ника стоило Руби ее прикрытия. Теперь отнекиваться было бесполезно, и все, что ей оставалось, признаться в том, что она русалка. И не простая, а самый что ни на есть агент самого Нептуна, что отправил ее избавить океан от вечно тонущих людей. Ах, уж слишком громко те барахтаются, когда тонут. Особенно Ник. Именно он и стал причиной, по которой Нептун отправил Руби на сушу. Узнав историю Руби, пришло время прощаться. Но русалка не решилась покинуть спасателей без подарка. На прощание она подарила им мистические кулоны, которые, по ее словам, должны были наделить юных спасателей невероятными способностями, сделав их суперспасателями. Теперь Ник мог не бояться сдавать норматив по задерживанию дыхания, ведь обладал жабрами. Так и закончилась история отважной русалки Руби и юных спасателей из Академии Трум-Сити. Понравилась история Руби? Что из жизни в Академии спасателей запомнилось тебе больше всего? Расскажи нам в комментариях и не забудь поставить лайк. Хочешь увидеть новые истории? Тогда скорее подпишись. Увидимся на Трум-Трум-Трик. Пока-пока!